Путин, Владимир Владимирович, он наш президент. Не знаю, тактик он или стратег, я не понимаю всей этой игры, которая есть. Вся эта политика для меня – это глубокий темный лес. Это я не лезу туда, я попытался залезть туда, я попал, ну, как бы, я потом в депрессию такую вошел, что я просто не понимаю, что происходит. Да, мне жалко людей, которые попадают под жернова вот этой всей политики, но я не знаю, что там происходит. Я, ну, по сравнению с Путиным, по сравнению с тем же Обамой, по сравнению, ну, со всеми вот этими вот людьми, я, наверное, слишком маленький человек, я просто актер, который вот делает свою работу. Я не знаю, я не лезу туда, потому что она для меня вот я не понимаю, я не знаю, что там. Я даже боюсь туда просто даже подумать. А говорить все вот эти голословные, то, что он плохо сделал, хорошо сделал или что-то еще, я не могу это сказать, потому что я не понимаю. С моими братьями-актерами иногда такие бывают, особенно там давно, ну, 2 года назад было. Я им говорил, вы что, вы актеры, куда вы лезете? Ну куда вы лезете? Вы ничего не понимаете. Да, людям иногда плохо, да, это понятно, но что ты можешь сделать? Вот что я могу сделать? Ничего. Я могу только стараться, ну правда, со своей стороны жить, как сказать-то, такая, с добром в сердце, можно сказать, ко всему миру, и все. Но я не знаю, честно сказать, я не знаю. Он мой президент. Во всяком случае, то, что сейчас происходит, я ему за это благодарен. В смысле того, что я снимаюсь, у нас есть кино, у нас есть такая жизнь, которая есть. Могло быть хуже, могло быть лучше, я не знаю. У нас сейчас такая жизнь, которая есть. То есть, во всяком случае, у меня есть где жить, у меня есть ребенок, у меня есть семья, у меня есть работа, и я своим мастерством, своим талантом, не знаю, я зарабатываю деньги, и я кормлю свою семью. Мне этого достаточно. А то, что там, я никогда не полезу, никогда это комментировать не буду, потому что я честно скажу, я актер, я идиот в этом плане. Вот я не понимаю. Вот правда.